Всем ночной приветик. Как от Машеньки, вот я и опять вкусняшку приперла. Бери. Ой, помчала вкусняха, сейчас мы догонять будем. А у тебя попа перевесила, ну не расстраивайся, у меня тоже такое бывает в жизни. Сейчас я тебе опять вкусняху выдам. Маш, давай. Ой, говорит, все, говорит, я расстроилась. Мне теперь скажи, комплекс неполноценности. Да еда это, еда, еда. О, бери. Молодец. Все, кушай. По поводу там линьки спрашивали. Ну, ожидаемая линька у нас в декабре. Как бы брюшка там начала трескаться, я уже показывала, шкурка. Но мы еще активно едим, и это еще будет не скоро. Перед тем, как линять, она откажется от еды вообще. Недельки так на три, как минимум. А пока все в порядке. Попку наедаем. Красавица, красавица, поднялась на лапках, так удобнее кушать. Вот если сбоку посмотреть, это вот так выглядит. Тут высоко-высоко так вот поднялась. Вот, и теперь скажи, буду кушать. Угу. Я уже рассказывала, ну, собственно, почему я таракана выдаю в лицо. Потому что здесь он может у нее долго бегать, путешествовать, прятаться. Она его просто не увидит и не поймает. А так на подносике, прямо в личико, нормально берет и кушает. То есть, если бы она не хотела, она при любом бы раскладе меня послала, сбросила бы волоски с брюшка, я бы поняла и отстала. А так как кушать хочется, мы просто еду берем и едим, все нормально. И вот по поводу еще раз брюшка. Ну, тут неудобно мне телефоном подвозить. Вот видите, типа проплешин белых. Вот это и есть треснувшая, так сказать, шкурка. Там даже если присмотреться, можно это все хорошо рассмотреть. То есть ей уже тесно в этой обложечке. Поэтому шкурка лопается. Да, там тело видно. И вот, собственно, броня уже не крепка. Но танки еще наши быстрые. То есть она уже собралась линять, но еще время в запасе имеется. Вот такая тема. То есть это не потому, что она психована и сбрасывает лишний раз волоски и счесывает чешуйки с брюшка. Нет. Она спокойная. На видео я это показывала. Последний раз стрессовала, когда я показала листик. Да, так что у меня алиби. Я ее не стрессую лишний раз. Паук не лысый из-за того, что стрессует и сбрасывает шерстиночки свои, волосиночки. Просто скажи, пора переодеться. Угу. Красавица. Ну, кушай, кушай, не буду тебе в лицо подсматривать лезть.